Здравствуйте! Сегодня мой ролик посвящен, как правильно высадить баклажаны. То есть обзор семян я вам рассказала, какие самые лучшие, рассказала, как подготовить баклажаны к посадке. Ссылки я вам дам в конце ролика. И теперь наступает самый ответственный момент, как же нам посадить эти семена. Могу однозначно сказать, я не буду сажать в кассеты, в торфяные таблетки. Я считаю, что все-таки самый надежный и самый хороший способ – это посадка в улитку. Поэтому я буду сажать именно в нее. Мы сажали перцы в улитку, но могу сказать, что посадка перцев и баклажан отличается. И еще момент такой. По вашим многочисленным просьбам я сажаю в разные материалы. То есть здесь у меня подложка под ламинат, обычный мусорный мешок. Я просто его сложила вот так вот несколько раз. И в укрывной материал. И мы с вами посмотрим наш эксперимент. Какой же все-таки материал можно использовать для посадки баклажанов. И не только баклажанов. Итак, приступим. Первое, во что я начну сажать, это вот в такой вот материал, который называется подложка под ламинат. Как сажать, я уже вам рассказывала, да? То есть вы можете посмотреть или же перцы, где мы сажали, прям в прямом эфире, скажем так. Ну, давайте еще раз напомню тогда вам. То есть мы берем вот так подложку под ламинат, раскладываем грунт сантиметров 2-3 с толщиной. Внимание, в отличие от перцев, мы сейчас скрутим эту улитку без семян. Мне много не надо, поэтому такую улиточку я буду делать скромненькую. Вот так. И начинаем закручивать. Не бойтесь, если ваш грунт... Да, забыла увлажнить. Надо обязательно увлажнить, чтобы земля была мокрая, чтобы вот так вот вы брали в ладонь, сжимали, и земля должна оставаться комком. Увлажняем хорошенько. Не жалейте воду. Земля должна быть влажная. Не просто слегка влажная, а хорошо влажная. Так как поливать будем достаточно редко. В улитке вода испаряется не быстро. Соответственно, поливать мы будем... тоже реже. Все, вот я промочила, я чувствую, что я ее хорошо промочила. Еще здесь осталось. Здесь у меня разведен вот такой пин. Я его очень люблю, мне он очень нравится. Он достаточно хорошо работает. Все, закручиваем улитку. Не бойтесь, если земля высыпается, ничего страшного. Вот такая у нас жирненькая улиточка получается. Мы лишнее отрезаем. Мне это не нужно. Вот сюда на улитку я одеваю резинку, чтобы она не раскручивалась. Обычную резинку из-под денег. Берем какую-то емкость. Я взяла вот такую, чтобы она была без дна. Дело в том, что когда растишки маленькие будут, мы будем поливать поверху. А когда ваши растения станут достаточно высокими, сильными, то есть можно будет поливать через поддон, соответственно, значит, никакая корневая гниль или черная ножка просто, ну, не справится. Поэтому отсюда будет идти забор воды. Подсыпаем еще раз земли. Вот так немножко утрамбовываем ее. Где она у нас просыпалась, не переживайте, потому что основная масса грунта все равно осталась там внутри. А вот теперь отличительный момент. Смотрите, мы с вами распределили вот так аккуратненько грунт по поверхности. Теперь мы берем карандаш, обычный человеческий карандаш, семена. Так, я вот так ее агроуспех беру. Сорт я взяла алмаз, один из таких старинных, проверенных сортов, которые уже на рынке достаточно давно, любимы всеми садоводами, огородниками. Семена не крупные. На расстоянии 2-3 сантиметров, лучше даже 3, я начинаю раскладывать семена. Раз. И вот так его заглубляю. Вы можете вначале все разложить, а потом заглубить. Вот так раскладываем. 2-3 сантиметра это достаточно. Еще.
И по кругу вот так мы все раскладываем. В следующем ролике я вам уже покажу, какие у нас стали большие перцы, которые мы сажали вот таким же тоже способом. В торфяных таблетках они еще только проклюнулись, в кассетах они вообще еще не появились, а в улитке они стоят такие красавцы вообще. Теперь беру карандаш. Вот так, раз. На глубину 1 сантиметр. Нажимаем, прячем. Каждое семечко. Некоторые садоводы делают так, что они вначале делают ямки, а туда раскладывают семена. Но вы знаете, мне показался такой способ не очень удачный, потому что я могу их просто потерять, даже забыть, в каком месте я их посадила. Поэтому я вот предпочитаю вот так вот разложить. Потом еще можно слегка вот так присыпать грунтиком. Но мы не будем вот так вот рамбовывать уже. Пусть он будет влагой и воздухопроницаемым. То есть вот так присыпаем. Грунт берите качественный. Желательно бы его просеять, чтобы он был без дополнительных включений. Обзор по грунтам я тоже делала. Ссылку на этот ролик я вам дам. Я вот так слегка только, слегка, я еле касаюсь. И теперь я еще раз сверху сбрызгиваю эпином. Вот так. Волшебный пакет человеческий. Наш пищевой пакет, который мы используем в жизни. Да, еще интересный момент. Вот сюда под резинку мы можем засунуть любую информацию. Название сорта, когда-то посадки, ну, все что угодно. Представляете, все удобно, не намокнет, никуда не денется. Закрываем пакет. Только не нужно пакет накрывать вот так, вплотную. Нужно обязательно создавать воздушную прослойку. Вот так накрываем пакет и одеваем резинку. Вот так. Ставим в теплое светлое место. И буквально через несколько дней вы увидите первые всходы. Вот так. Это посадка в улитку. Сейчас мы с вами продолжим. Посадим точно таким же способом в мусорный мешок и в укрывной материал. Следующий берем укрывной материал. Берите самый толстый. Тонкий не подойдет в данном случае. Точно так же создаем прослойку из земли сантиметров 2-3, 4. Ну, 4 много, 3 достаточно. Можно отступить от края, но лучше этого не делать. Лучше грунт распределить равномерно по всей площади. Вот так выкладываем. Увлажняем также хорошо грунт. Используйте всегда только качественный грунт. И напоминаю вам. Здесь у меня эпин, тоже вам напоминаю. Так, грунт я хорошо смочила, вот я пальцем проверяю, да, он достаточно влажный. Лучше, конечно, использовать не лейку, а пульверизатор, так как лейкой вы просто размоете его. Скручиваю. Лишнее тоже отрезаю. Мне просто не нужно. Вы, конечно, можете использовать любого размера, какая вам удобна улитка. Мне вот достаточно вот такое, я же просто вам показываю, как семена, поэтому... Все, мы вот так ставим миску его, вот такую плошку. Плошку без дырок используем, так как мы сюда, я уже говорила, напоминаю, будем наливать воду. Так, еще раз сюда подсыпаем землицы. Где она у нас просыпалась, мы сейчас еще раз подсыпем. Вот таким способом. Но, честно говоря, вот укрывной материал мне не очень нравится, так как он под рукой достаточно, ну, легко теряет форму. Ну, посмотрим, может быть, здесь семена взойдут в 10 раз быстрее, чем вот обычные улитки. Все решит время. Так, все готово. Улитка хорошенькая получилась, жирненькая такая. Точно таким же способом, как в улитку мы раскладывали семена, точно таким же способом и здесь. Мы разложим семена и карандашком их уплотним, погрузим на сантиметр в грунт. Один и тот же сорт. Заметьте, во всех посадках будет участвовать один и тот же сорт. На расстоянии 2 сантиметра, 2-3 сантиметра. Хотите, можете пинцетом работать, хотите руками. Я работаю руками.
Можно так карандашком поправить, если у вас убежал семечек. Не страшно. Все, готово. Теперь вот тыльной стороной мы семечки заглубляем. Сильно не заглубляйте, на глубину 1 сантиметр. Этого достаточно. Сверху присыпаем землей. Все то же самое, как в той улитке. Теперь мы тоже его увлажняем. Вот что мне не понравилось сразу, вот здесь в укропном материале, когда я использовала, то есть он не зафиксировал с дна. Вот смотрите, сколько грунта у меня выспало с нижней части. У той улитки этого практически нет. Вот она жирненькая, я вот не могу вам показать, но могу так вот показать визуально. Вот посмотрите, видите, тут совсем немного его насыпалось. И сюда же мы посадим то, что в пакете мусорном. Берем мусорный пакет, точно таким же способом рассыпаем грунт по поверхности. Пакет я просто сложила вот пополам. Обычный мусорный пакет небольшого размера сложила пополам. Так, точно так же увлажняем. А давайте мы с вами в мусорном пакете попробуем их разложить, как перцы вы раскладывали. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, проведем эксперимент такой. Маленький. Может быть, и не стоит так сверху закладывать семена. Можно так же, как и перцы. Давайте попробуем. Запомним, что в мусорном мешке мы с вами раскладываем, как перцы, по поверхности. На расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Вот я прям раскладываю. Можно зубочисткой, можно каким-то другим предметом, пинцетом. Все. И точно так же мы сворачиваем. А, можно даже сверху, как мы перцы точно, вот так немножко припорошить землицей. Вот так припорошим, чтобы просто закрыть семена. Так, еще раз брызгаем. И закручиваем. Закручивайте достаточно плотно, чтобы, как говорится, грунт вот не высыпался. Ну вот, готово. Точно так же я одеваю резинку. Не переживайте, если чуть-чуть высыпается земля, не страшно. Все готово. И я точно так же ставлю его вот в эту же емкость. Здесь у меня укромной материал и мусорный мешок. Напоминаю, сверху я еще раз вот так увлажняю хорошенько. Если вдруг вы засомневались, что у вас земля не совсем хорошо пропиталась, ничего страшного, через несколько дней проверьте. Если она будет у вас не влажной, тогда немного пульверизатором еще раз брызните. Накрываем все мешком. И ставим в теплое место. И посмотрим, какой способ все-таки у нас самый лучший. Следующий ролик я его назову «Результат эксперимента». Так что следите, следите за нашими роликами, следите за тем, что у нас с вами получилось. Вот так вот снизу. Да, кстати, под резинку вы тоже можете, ну, вы уже поняли, да, что вот там под резинку на улитку можно прикрепить пакетик с названием сорта. Обязательно делаем вот такой вот верхушечки запас воздуха. Это жизненно необходимо. Все, вот у нас получилось 3 емкости. Емкость, которая в подложке из ламинат, укропной материал и мусорный пакет. Так что ждите от нас новостей. Оставайтесь с нами. Всем пока.